Вот такой якорь нашли тут. Многие такие заведения закрыты. Тут, видать, монополизировали просто. Не Амурь, Широди. Посмотрел цены. Ну, как бы пицца в городе 110-120 там, да. Но пиццерии как бы стандарт, да. Здесь не знаю, не пробовал. 140, короче, самое дешевое. Пиво Кишинел. Пол литра 25. Литруха 35. И то не везде. Одно место там. Центральное. Сирел, что плохо, что мало кабинок для переодевания. Вот это да. Тут от одной до другой, короче, блин, метров 500. Блин, а людей до хрена. Вот, как бы не очень-то. И туалет. Туалет один есть бесплатный. Надо шпилить в лес. Ближе к центру, порядка 500 метров плюс-минус. Вот. Есть маркет, но, блин, в маркете что-то нету Кишинел, блин. А эти какие-то заморские пива, блин, что-то я их не признаю. Просто чувствуется несвежесть, блин, там. Вкус какой-то, да, понимаю, может, кому-то. Ну, свежий натуральный продукт, это фирма